Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас обзор еще одной новой серии Киндер Сюрприз Принцессы Диснея. Открою дюжину яиц, и пусть мне повезет так же, как в предыдущем обзоре. Киндер любят делать коллекции игрушек с принцессами Диснея. Чаще выпускаю только Машу и Медведя. В 2018 году была отличная серия из 8 игрушек «Принцессы и их лучшие друзья». В 2017 неоднозначная коллекция игрушек-волчков «Принцессы с принцами кружатся в танце». А в 2015 была классная серия «Принцесс с королевскими питомцами». Очень интересно, что подготовили нам в этот раз. Ставь лайк и поехали! У новых киндеров три варианта обложки. Сариэль, Жасмин и Белль. Киндеры от 28.02.2020 года. В каждом яйце обещают коллекционную игрушку, и это круто. Походу новая коллекция принцесс Диснея будет похожа на предыдущую 2018 года. Здесь тоже принцессы со своими друзьями. Ариэль с крабом Себастьем и рыбкой Флаундером. Жасмин с Абу. Интересно, а Джин будет или это просто лампа нарисована? И Белль с Люмьером и Мисс Потс. Первой попалась принцесса Жасмин. Смотрится фигурка круто. Она стоит на ковре-самолете. Скорее всего даже не стоит, а летит на нем, так как подол ее платья развивается на ветру. И видны ее шаровары. Жасмин одета в своем традиционном восточном наряде. Волосы у нее, как обычно, собраны в большую косу. Неплохое качество фигурки. Лицо отлично прокрашено. Изображение на ковре сделано наклейкой. Юбка эта сделана из ткани. Хочется посмотреть на остальные игрушки. О, Джин! Круто! Смотрите, какая прикольная игрушка. Это золотая лампа, где живет Джин. Если ее потереть, откроется крышка, и Джин вылетит. Какой он маленький. Хотелось бы Джинни побольше был. Но тоже круто. Его можно вставить в носик. Как будто он из него вылазит. Идея классная. Первая повторка. Жасмин. Такая уже есть. Залазь обратно. А вот и новая игрушка. Краб Себастьян, лучший друг Ариэль, катается в шикарной карете, сделал ее из раковины. Колесико к нему приделал. А катает его вот такие рыбки. Правда, мне не нравится, что он сидит плохо в этой карете. Все норовит выскочить. Но смотрится игрушка великолепно. Давайте попробуем погонять. Подводный форсаж. Неплохая тачка у краба. Кто-то новый. Принцесса Белль из сказки «Красавица и чудовище». Очень пышные юбки, сделанные из ткани. Вся в розочках. Под мышкой она зажала книжку. Любит читать. И на подставке у него очень много книг. А тут уже настоящий фотоальбом. Белли Мисс Потс пьет чай. Отличная фигурка. Замечательная фигурка, мне она пока больше всех в коллекции нравится. Это рыбка Флаундер, друг Ариэль, плавает над заброшенным кораблем. К кораблю пристали разные водоросли, кораллы. И он может двигаться.
А кто это внутри спрятался? Злобная Мурена. Похоже, хочет съесть Флаундера. Качество великолепное. Побольше бы таких игрушек от Киндера. О, новая игрушка. Веселая обезьянка по имени Абу в своей классной шапочке и безрукавке. С длинным хвостом. Что-то высматривает интересное. И с ним вот такой ковер. Можно посадить Абу на ковер, и они куда-то летят. На рослед за Жасмин. Ковер, кстати, тоже был прикольным персонажем мультика. Сложно обезьянке устоять на ковре, все норовит упасть. Опять новая фигурка. Неплохо. Прикольный подсвечник Люмьер из «Красавицы и чудовища». У игрушки есть особенность – огоньки светятся в темноте. Это круто. Также у фигурки подвижные руки. Хотя сложно их руками назвать. Две свечи, правая и левая. Можно вверх-вниз двигать. А еще когда они опускаются вниз, пламя в верхней свечке опускается. Повторка, краб Себастин. Такой уже нам попадался. Сразу откроем следующий киндер. Люмьер тоже был. Ну же, нужна новая игрушка. Жасмин, уже третья. И остался последний киндер. Ой, здесь кто-то новый. Заварочный чайник по имени Миссис Потс. И ее сыночек Чашка. Гордо подняла свой носик. Очень напоминает слоненка. Она из «Красавицы и чудовища». Это игрушка Юла. Вот такие классные игрушки в новой серии «Принцесса Диснея». С палетки собрал почти всю коллекцию, осталось найти только Ариэль. Серия отличная, все игрушки в ней новые, интересные, особенно мне понравились Флаундер и Джин в лампе. А как вам? Какие игрушки понравились? Будете ее собирать? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с горой шоколада.